друзья, с вами Сергей, интернет-магазин Muscle Shop. И сегодня у нас на обзоре Orbitrek торговой марки Interfit, модель ES5. Либо еще он называется K8606H. Это из бюджетной серии модель, магнитная, рассчитана на вес 100 кг. По техническим характеристикам немножко пробежимся. Значит, здесь длина шага 33 сантиметра. Это, в принципе, немного. И подходит он в основном людям ростом до 175 максимум сантиметров ростом. Потому что дальше уже слишком маленький шаг и неудобно шагать. Вот давайте, к примеру, покажу на себе. Вот у меня рост 182. Вот я шагаю на нем. То есть, видите, амплитуда совсем небольшая. Кстати, касательно педалей, здесь, опять же, это рассчитано на рост человека, то есть, если с небольшим ростом, да, до 175, в принципе, длины педалей и ширины хватит. Дальше уже будет некомфортно. Значит, вес маховика здесь 6 килограмм будет. Небольшой, но по нагрузке, опять же, если вот взять, вот это максимальная нагрузка, восьмерочка стоит сейчас, то есть довольно тяжело даже мне, и я так долго проходить не смогу, скорее всего, уже чувствуется нагрузка. Для меня комфортно вот троечка, да, где-то на тройке. Поэтому по нагрузке вам хватит здесь. Касательно крепления, вот как я говорил, здесь довольно все нормально сделано, надежно. То есть здесь два болта спереди, два болта сзади. По одному болту всего лишь здесь, но учитывая тот факт, что он на вес до 100 кг, этого вполне будет достаточно. Я думаю, что он не расшатается в этом месте. Вот. Ручки тоже крепятся. Нормально, два болта здесь, М10, хорошая фиксация пульсометра, 4 винта, в целом нормально все. По поводу монитора, как вы видите, монитор здесь имеет довольно крупные цифры, скорость большими крупными цифрами отображается. Остальные значения, время, дистанция, калории поменьше немного. Пульсометр. Кстати, здесь есть кнопочка. Не во всех моделях есть, но в бюджетной серии имею в виду. Восстановление сердечного ритма. Вот кнопочка Recovery. То есть вы ее нажимаете, держите задачки пульса двумя руками в течение минуты. Оно меряет ваш пульс и показывает, насколько ваше сердце восстанавливается после тренировки. В инструкции к тренажеру будет табличка, в которой показаны пульсы эти от F1 до F6. И каждый из них является определенным параметром. То есть по ним вы сможете определить, насколько хорошо ваша сердечная мышца тренирована. Ширина шага, давайте еще сразу скажу, потому что не во всех тренажерах этого есть, вернее, в орбитреках практически ни в одних не указывается это ни в каких характеристиках. Ширина между педалями здесь 20 сантиметров. Если учитывать тот факт, что лучше и удобнее ходить на переднеприводных, у которых там длина, вернее, ширина между педалями будет, ну, от 9 сантиметров и 12-13, здесь довольно большое расстояние между педалями, но в целом для бюджетных моделей это как бы норма, тем более заднеприводные. Есть вот регулировка, как на холодильнике ножки выставляются, то есть чтобы у вас тренажер не шатался во время тренировок, вы его регулируете вот здесь этим барашком. Для транспортировки также есть ролики транспортировочные. Наклоняете его, вот вы наклонили, и можете перекатывать легко по квартире. Монитор питается от двух пальчиковых батареек.
здесь находятся. И батарейки. Батареек вам хватит надолго, тем более монитор сам отключается, переходит в спящий режим, когда его не трогают. Через 3 минуты он выключается и, соответственно, не садит батарейки. Вот такой тренажер на обзоре. Гарантия на эту модель 1 год. Подходит он, как я уже сказал, людям невысокого роста, скажем, до 175 максимум. Ну, наверное, оптимально это 165-170, ну, от 160 до 170. Причем людям с низким ростом, ну, с невысоким, вернее, ростом, будет довольно удобно, потому что рама здесь имеет небольшой всего лишь наклон. Вы когда занимаетесь, вы практически вертикально стоите, то есть даже если меньше ростом, вам будет удобно у вас, потому что есть модели, у которых угол наклона больше стойки, и тяжело заниматься людям с небольшим ростом. Вот здесь в этом плане все нормально, вот я стою вертикально, мне удобно, комфортно. Ну, причем если вот вы будете ниже ростом, да, ручки позволяют взяться и ниже и нормально заниматься. С вами был Сергей, интернет-магазин Muscle Shop. Все описания и все модели вы можете посмотреть ниже по ссылочке под этим видео. Там же будет промокод, указав который при покупке на сайте вы получаете дополнительную скидку. Это лично от меня. Заходите, выбирайте, если нужна консультация, там же будет телефон внизу тоже. Как всегда, всего хорошего, да пребудет с вами сила!